Когда? Эй, привет-привет! Смотри, у нас тут 6 киндеров с коллекцией свинка Пеппа Флинстоуны. Спрячем их в воздушных шариках, чтобы было веселее. Е-е-е! А вот и первый шарик. Проверим. Есть киндер! Быстренько откроем его. Так. Ух ты, это же малыш Джордж. Маленькая пещерная свинка. Класс! Опять воздушные шарики. Синий. Так. Есть киндер! Снимем фольгу. Потрясем. А тут у нас кошечка Кэнди. С ожерельем из белых костей. И какой шарик в этот раз? Желтый, но без рисунка. Проверим. Ха, нет киндера. Так. Вот, голубой шарик. Лопнем. Опять пусто. Продолжим искать. Вот, зеленый шарик. Так. Есть киндер. Фольга. И открываем. Вау, мама-свинка в костюме мамы Флинстоун. Класс. Опять шарики. О, теперь оранжевый. Достанем иголку. Еще один киндер. Раскрываем. Потрясем. А вот и Фред Флинстоун. То есть папа-свин в костюмчике. Что же дальше? Нет шарика? О, есть, желтый! Давай проверим его! Есть киндер! Откроем и посмотрим, что внутри! О, овечка Сьюзи тоже стала первобытным человеком! Интересно! Хорошая коллекция собирается! Опять шарик без рисунка! Лопнем! И опять пусто! Ладно, ищем дальше! Кажется, в этом шарике есть киндер! Так! Да, есть! Снимем фольгу! Кто же будет внутри? А вот и сама свинка Пеппа! И какая у нее интересная прическа! Мне нравится! Ну что, по-моему, очень хорошая коллекция свинка Пеппа Флинстоуны. Все наши любимые герои стали жителями каменного века. И, наверное, совсем скоро пойдут охотиться на динозавров. Не каждый день такое увидишь. Круто! Да! Тут 6 киндеров с коллекции свинка Пеппа, русалочка. И все они жители подводного мира. Круто! Вот и первый киндер. Снимем фольгу. Потрясем. О, кошечка Кэнди превратилась в русалку. Класс! И опять пузырьки. И еще один киндер. Так. И открываем! Ух ты! Папа-свин стал повелителем подводного мира! Прикольно! Продолжаем! К нам приплыл следующий киндер! Снимем фольгу! Потрясем! Малыш Джордж стал рыбкой! Мне нравится! Интересно, какая игрушка будет следующей? Давай откроем этот киндер и посмотрим! Так, давай-давай! Ой-ой-ой, мама-свинка превратилась в Урсулу! И опять полетели пузырьки! И опять к нам приплыл киндер! Так, потрясем! Ха, овечка Сьюзи стала крабом по имени Себастьян! Прикольно! Продолжаем! Вот и последний киндер в этой коллекции. Давай откроем и посмотрим, что внутри. Это свинка Пеппа. Маленькая рыжая русалочка. Красота.
Ну что, вот такая классная подводная коллекция. А тебе кто больше понравился? Пиши в комментариях. Отлично, мы будем играть в боулинг. А вместо кеглей у нас будут киндеры с коллекцией «Свинка Пеппа. Королевская семья». Ну что, поехали! Давай, Пеппа, кидай шар! Есть первый киндер! Давай быстренько откроем его! Ак! Ух ты, Пеппа Свин, настоящий король! Мне нравится! Продолжаем! Принцесса Пеппа! Вот так! Есть киндер! Снимем фольгу, потрясем. Опа! Это же малыш Джордж в рыцарских доспехах! Класс! И опять Пеппа с шаром! Вперед! Прямо в цель! Открываем киндер. Так! А тут у нас королева, мама Свинка! Круто! Давай, Пеппа, разгоняйся! А вот и киндер! Фольга! Потрясем! Вау, овечка Сьюзи стала придворным магом! Интересно! Продолжаем! Полетел шар! В яблочко! Открываем киндер! Так! О, кошечка Кэнди, важная герцогиня! Круто! И опять бежит Пеппа! Кидай! И еще один киндер! Снимаем фольгу! Давай-давай! Хоу! Ее величество, свинка Пеппа! Принцесса свинского королевства! Ну просто замечательная коллекция! Все как на подбор! А тебе кто больше понравился? Пиши в комментариях! Эй, привет-привет! Сейчас мы с тобой будем разукрашивать свинку Пеппу супергероем! Класс! И первый у нас Папа Свин Железный Человек! Давай покрасим его в синий цвет и посмотрим, что получится! Так! Железный человек синего цвета! Нет, это не то! Давай попробуем еще раз! Теперь зеленый! Ха, тоже не то! А теперь какой цвет возьмем? Фиолетовый! Ну-ну! Красим! Нет, железный человек не фиолетовый! Опять не то! Может быть красный? Попробуем! Да, железный человек как раз красного цвета! Отлично получилось! Мне нравится! Кто следующий? Свинка Пеппа Хал! Для начала разукрасим ее фиолетовым карандашом! Так, красиво, но не то! Теперь давай попробуем оранжевый! Макаем, красим кисточкой. Нет, Халк совсем не оранжевый. Может быть, он синий? Так-так-так. Ой, совсем некрасиво получилось. Возьмем зеленый цвет. Вот это да, Халк именно зеленый. Ты посмотри, какая свинка Пеппа, красотка! Класс! Кто дальше? Человек-паук! Будем разукрашивать его! Например, в желтый цвет! Давай попробуем это странное сочетание! Так! Выглядит неплохо, но не то! А как насчет розового человека-паука? Он ведь розовый, да? Сейчас посмотрим. Разукрашиваем. Нет, выглядит не очень.
Продолжаем искать. А давай сделаем его зеленым. Ага. Прикольно, но не то. А что если взять красный цвет? Попробуем. Да, вот это настоящий Человек-паук. Красный и такой прикольный. Круто. И Дэдпул. Ну давай разукрашивать зеленый цвет. Так. Нет, даже карандаш смеется. Настоящий Дэдпул не такой. Попробуем по-другому. Желтая краска. Так. Разукрашиваем. Нет, не похоже. Ладно. А что если взять красный цвет? Так, так, так. О, вот это красный Дэдпул. Красавчик. Такой прикольный. Ну что, чего мы только сегодня не видели? И зеленого Дэдпула. И оранжевого Халка. Но самое главное, что в конце концов мы все сделали правильно. Смотри мультики каждый день на канале Чудо-Юдо. Нажми на эту кнопку, чтобы подписаться на новинки. У нас еще много всего интересного. Что ты хочешь посмотреть дальше?